Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1021. Тема «Смерть». Какого цвета материал для обивки гроба? Говорят, что красный нельзя. Почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Старые люди говорят, что раньше никогда гробы не обивали. Зачем? Червям это не нужно. Евреи хоронили вообще без гробов, в нашем понимании гроба. Тело просто было обмотано плащаницей и лежало в камере, высеченной в скале, совершенно открытым взору. Нужно отказаться от этого расточительства. Евангелие от Матфея 23:27. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Как мы жили, лицемерили, хотели казаться лучшими, чем есть на самом деле, то это украшение перенесли и на гробы. Для себя я это категорически запрещаю делать и повторяю, чтобы гроб мне сделали из самых негодных старых досок и схоронили меня в моих старых кирзовых сапогах и в тюремной робе. Это знак напоминания того, что в кавычках в обойме Христа я исполнял роль чернорабочего ассенизатора. И я этой своей должностью, находясь в основании общественной пирамиды, совершенно и вполне доволен. Незаменимая бесценная утрата и вера в будущность и радость и труда, чем жизнь была среди горести богата, все загублено без цели и плода. Как хрупкое стекло все вдребезги разбито железным молотом судьбы. Так вот зачем так много лет прожито в тяжелом воздухе среди горя и борьбы. Осталась боль. Незримо и не смело, но враг подходит в тишине. До времени изношенное тело горит на медленном огне. Жизнь обманула горько и обидно, а все не верится. Все хочешь на пути, в глухой степи, где сгинь видно, хоть точку светлую найти. Но где она? Где ж отдохнуть возможно? Где путеводные небесные огни? Неужто кончатся так пошло и ничтожно слезами памятные дни? Так полное тревожного волнения, не смея тишины дыханием нарушать, младенца милого последние мгновения тоскливо сторожит трепещущая мать. Неужто он умрет, и чуду верить рада, в слезах пред образом ниц падает она, но час пробил. Едва зажженная лампада таинственной рукой погашена. 1856 год, И.С. Никитин.